Здравствуйте, учились, командир, здравствуйте. Пожалуйста, посмотрите, я что-то не нарушаю, что не делаю. Не обязательно нарушать. Здравствуйте. Инспектор лейтенант полиции Маринчев, не говорите, что вы не нарушали, мы двигались с вами все это время. Я сказал, что вы так едете, так? Вот и все. А так я ехал спокойно, да? Зачем по телефону в аварийном движении? О, за аварийное движение. Ну, я вам звонил, я брал, он говорит, что ты так? Я говорю, ты батареем едешь, да, ты мне народ не даешь, да, собираться, и все. Вот это был разговор. А так я ехал спокойно. Ну, что, дверь не закрываете? Я пассажиру сажаю. Вначале движение. Начинается движение, сотрудник двери. Наверное, почему?